Председателю законодательного собрания Краснодарского края Владимиру Бекетову рассказали о перевооружении предприятия и продемонстрировали в работе новые технологические линии по производству хлебобулочных изделий. Владимир Андреевич следит за судьбой предприятия, и это не первый его визит на хлебокомбинат. Спикер кубанского парламента узнал о том, пользуется ли продукция анапского хлебокомбината спросом среди жителей и гостей курорта, как налажен рынок сбыта и на какие объемы выходит предприятие. В завершение рабочей встречи Владимир Бекетов подчеркнул. Во-первых, я хотел бы сказать слова благодарности людям, которые это делают. Значит, и руководству хлебокомбината, и руководству города. Потому что полтора года тому назад вот этот хлебокомбинат умирал. Сегодня мы ни копейки не затратили на него из бюджета. За счет собственных ресурсов он работает. За счет того, что наращивает объемы производства, следит за качеством, следит за ценой. Продукция пользуется спросом, и мы видим результат. Знаете, в народе говорят, не место красит человека, а человек красит место. И вот я рад, что сегодня в Анапе собралось большое количество людей, в том числе и управленцев, которые красят это место. И у них получается. Я им желаю успеха.